Привет, мои дорогие ребята, мои дорогие девушки, девочки. Это видео для вас. Так, сегодня мы будем делать какой-нибудь экстра быстренький макияжик, потому что мы спешим. Поздно сегодня проснулись, нам нужно ехать в Адану по работе. Как-то мы с временем не рассчитали. В общем, быстренько делаем макияж. Начинаем, как обычно, с базы, с праймера под макияж. Сосновый под макияж. Доброе утречко. Кофе я пью только с молоком, даже без воды. Просто наливаю молоко, кофе, сахар. В общем, такая вещь, конечно, жирненькая, калорийненькая, но вкусненькая штучка. Так, приобрела себе такую тональную основу. Не знаю, есть у нас она в Украине или нет. Купила здесь в большом магазине, Платин называется, там все косметические продукты продаются, много всяких брендовых штучек, и, в общем, вот такой вот тональная основа. Не знаю, у нас она есть или нету. Сейчас будем тестить спонжик совсем чуть-чуть, потому что она достаточно плотная. И так как это быстренький экстра макияжик, совсем чуть-чуть маскируем все наши недостатки на коже. Очень плотный он. По цене что-то вышел, если переводить в гривны, где-то 500 с чем-то гривен. Не знаю, что это за фирма. У нас я таких, по крайней мере, не видела. Ни в Брокарде, нигде. У нас уже прохладно, на улице градусов, наверное, 18, а к вечеру, конечно же, похолодает, уже ходим в куртках, а дома вообще очень холодно и спать холодно, потому что здесь же нету централизованного отопления, поэтому будем включать кондиционер, так что достаточно холодно. Ходим в теплых пижамках, и это только ноябрь месяц, в декабре и в январе будет холоднее, конечно, потому что сильные ветра. В общем, как-то будем согреваться, греться. Так, консилер возьмем самый светлый. Сейчас буду пандой, только светлый, со светлыми кругами под глазами. Маскируем наши круги под глазами. Нос чешется. Сегодня наша прекрасная соседка не в настроении. Что-то не чудит ничего. Песен нет. Мебель не двигает. Весьма странно. Может, уехала куда-то, не знаю. Или выходной взяла. Отгул. Скучно без нее. Никто не будет по утрам. Так, теперь переходим к пудре. Делаем все быстро. Совсем немножко контурирования. Я такой макияж делала, когда просыпалась, либо просыпала универ в Украине. Я быстренько все так именно штукатурила лицо за 15 минут. По кофе одной рукой, второй штукатурилась, в общем. Все делала быстро, потому что опаздывала. Сейчас примерно то же самое. У нас пасмурно. В Украине сейчас минус 5. Конец ноября. Уже скоро Новый год через месяц. Вообще это я в шоке. Так время летит, блин. Скоро будем елочку наряжать. Запишем новогодний влог. Поедем в форум. Он всегда очень красиво украшен к Новому году. Так
Так что будет очень красивое у нас видео. Так, делаем наши брови. Я в такой прекраснейшей чалме на голове. Великолепной. Голову помыла просто. Сегодня нарисуем совсем маленькую стрелочку. Просто даже не стрелочку, а просто подведем глаз. У меня, кстати, две крайности. Либо я рисую огромную стрелку на весь глаз, либо я просто немножечко подвожу глаз. У меня никогда не бывает маленькой какой-то стрелочки. У меня, вот я просто сама заметила, пересматривая свои макияжи, у меня либо стрелка идет на вот такая вот, то есть на пол лица, либо я совсем чуть-чуть подвожу глаз. Не знаю, с чем это связано. Я просто люблю контраст. Итак, заканчиваю я подводить глаза. Вы, кстати, в комментариях можете мне написать, как вам больше нравится, большая стрелка, либо совсем немножко подведенный глаз. Так, и заканчиваем это все дело ресницами. И сделаем нежно-розовые губы. Вот такой вот быстрый экстра-макияж получился. В общей сложности он у меня занял где-то 10 минут, поэтому те, кто опаздывает куда-то, смотрите это видео и быстренько наносите все, весь макияж. Спасибо за просмотр. Смотрите все наши видео, которые мы делали раньше с моей семьей. Очень вас любим. До скорых встреч. Всем приятного, хорошего дня.